Здравствуйте, я Наташа, продавец-консультант отдела мужской одежды торгового комплекса «Маркштадт». Будущие свекрови своих сыновей одевают до того, как им жениться, со вкусом 90-х годов. Хотя мальчиков можно одевать намного интереснее. Есть много брендовых магазинов, которые везут шмотки из тех же мест, что и мы. Но из-за больших объемов количества поставок им за качеством проследить очень сложно. Да и к тому же в их цену вложено до 50% рекламы. Зачем оплачивать такое качество за такие деньги? На последнем сентябрьском показе в Милане была представлена коллекция мужской одежды, в которой присутствует различная расцветка, сочетание различных принтов, лаконичная геометрия. В нашем случае мы предлагаем вам комплект одежды, состоящий из полуплаща приталенного силуэта, джемпера, в которой как раз-таки присутствует лаконичная геометрия, и джинсы. На показе в Милане была представлена еще коллекция мужских пальто с характерным классическим покроем. Мы предлагаем вам пальто приталенного силуэта, неотъемлемой частью которого является аксессуар. Также неотъемлемой частью в осенне-зимний период в мужском гардеробе являются свитера. Актуальным на данный сезон являются свитера крупной вязки, застежка на тесьму молния, стоечка. А на показе в Берлине была представлена коллекция мужской одежды, которая направляет нас немного бесшабашному стилю. Цветовое решение, которое является преобладание оттенок серых, черных, зеленых цветов. Мы предлагаем вам комплект одежды, состоящий из куртки, пуловера и вот таких брюк с объемными карманами. А тем временем на показе в Нью-Йорке была представлена коллекция мужской одежды, с которой ассоциируется отдых за городом. Пуховики, дутые жилеты, толстовки с капюшонами, лыжные штаны и свитера не дадут вам замерзнуть в морозные дни. Молодые люди, хотите быть любимыми и стильно одеваться за те деньги, которые выделяют вам мамы? Приходите в наш отдел мужской одежды торгового комплекса «Маркштадт». Но я знаю, любимыми хотят быть не только мальчики, но и мужчины. К вашему вниманию мы предлагаем вам джемпера, а также на крупных мужчин и джинсы классического стиля имеются большие размеры. Вы сделаете правильный выбор, придя в наш отдел мужской одежды торгового комплекса «Маркштадт».